Я вспоминаю песню «Мой Вася, ты будешь первым даже на Луне». Помните была песня? «Мой Вася, ты будешь первым». А был первым на Луне Армстронг все-таки. Вася носил фамилию Армстронг. Я что-то очень далек от этого. Я не представляю, как можно добывать полезные ископаемые на Луне, потом их сюда надо да, каким-то доставлять каким-то путем. Это что, по чайной ложечке, что ли? Или какие-то должны быть составы крылатые, да, чтобы... Я что-то не понимаю. Для меня это немножко, так сказать, Жюль Верн какой-то.